Распродажа замечательной многопользовательской игры H1Z1 про зомби-апокалипсис с открытым миром. Советую, ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами Маракайси. Сегодня я хотел бы показать вам нагибаторский бой, но на этот раз я немного хотел бы сменить формат. Теперь буду иногда показывать вот в таком вот виде, с веб-камерой, без какого-либо монтажа особо. И просто покажу вам, как всегда, нагибаторский бой. Но на этот раз вы можете какие-то мои эмоции отслеживать по веб-камере. Итак, сегодня мы посмотрим бой на карте LifeOx на танке Т-110Е5. И бой довольно-таки интересный. Как вы наверняка знаете, этот танк переделали в HD, после чего он стал действительно гнуть. И давайте же посмотрим, как же все в этом бою развивалось. Игрок поехал на воду в атаку вместе со средними танками. Многие, наверное, бы выбрали другое направление. Я, конечно, имею в виду город, но наш герой предпочитает такие действия. Но, в принципе, Т-110Е5 танк быстрый, и ему тут вполне удобно. К тому же Е100, там Маус и Е75 не особо-то стремятся ехать в горы. Ну, только сейчас вот они отправились туда. Попадает игрок под обстрел противников. Ему ломают гуслю, но при этом уже смотрите, сколько непробитий по нашему Е5. Можно вот посмотреть, куда противники стреляли. Один раз в НЛД вроде бы они пробили. Ну и далее игрок занимает такую позицию на этом, так сказать, уступе, где можно стрелять по противникам, которые постоянно подставляются. Союзник тут на Т-62 зачем-то подъехал, слился, но зато удалось по его, в общем-то, засвету настрелять урон. Ну, вернее, он просто отвлек врагов, и тем самым противники подставились. Итак, дальше, в общем-то, наш герой продолжает танковать в башне, и вполне у него неплохо получается. Вообще, я считаю, что тактика у противника заведомо проигранная. Старайтесь так не действовать, потому что если вот стоять вот в этой яме, то это 100% слив, потому что тут СТшки, ну и другие танки будут разбирать вас со всех сторон, и вы абсолютно никак противодействовать этому не сможете. И поверьте, это все печально закончится. Сам не раз так погибал, и это неприятно. Ну и гораздо выгоднее спускаться на воду всей толпой и там как-то сражаться. Пускай это будет не очень удобно и опасно, но это получше, чем такая тактика. Ну и продолжает Human Energy разбирать противников за счет башни, за счет своих неплохих УВН. И пока что игрок почти что ХП не потерял. Действительно, броня у Е5 стала чрезвычайно крепкая. Ну и из-за того, что залатали вот этот вот лычок большой, может быть, он стал крупнее по размеру, но теперь его пробить стало в разы сложнее. Добирает игрок Е50 вафля, ну вернее борщ. Уже от бессилия идет в атаку. Ну и, понятное дело, никаких шансов у врагов на этом фланге абсолютно нету. И игрок разбирает борща, ну, вернее, союзника его добирает. Ну, большую часть ХП именно Human Energy ему снял. Удалось Чариотиру также нанести урон. В общем, противники действуют тут чрезвычайно неграмотно, подставляются. И их тактика, конечно, проигрышная. Но, как ни странно, все-таки в городе, в квадрате там 1, Б, 2 и так далее, там союзники посливались на маусах. И теперь, понятное дело,
Они отправятся на захват. Или же, наоборот, поедут на базу. То есть вернутся на свою базу, дефить ее. Вот, добирают они последнего там противника. Ну и на этом фланге игрок с союзниками справляется. С неприятелями. Довольно-таки частая на самом деле ситуация, что с одного фланга удается продавить, а другой фланг, к сожалению, проигран. Ну и наш герой решает не ехать там захватывать базу. Это действительно было бы не кстати, это было бы плохая тактика, потому что база тут открытая, то есть она ничем не защищена. И любой, кто встает на захват, он получает от вражеских танков со всех сторон. Ну и Human Energy решает занять позицию рядом вот с этим большим холмиком. Один танк союзный встает все-таки на захват. Ну, в принципе, это светляк, и погода он не делает, пускай троллит. Сейчас нужно выманить противников. Не удалось тут попасть по MXDC. Снаряд отклонился куда-то вниз. Также засвечивается тут Е-75, который подставил борт. Ну а тут проблема заключается в том, что ИС-3 стреляет откуда-то слева. И это очень плохо, так как он попадает в уязвимые борта. И вот туда, конечно, урон нанести гораздо проще. Еще один промах, и это тоже не очень хорошо, потому что снарядов у Е5 не густо, и если вот так вот стрелять куда попало, то можно боекомплект очень быстро истратить. Пытается игрок пробить Е75, но не получается. И вот засвечивается как раз этот ИС-3, и нужно его в первую очередь уничтожать, потому что он сейчас серьезно мешает и наносит урон нашему герою в уязвимые борта. Вот еще один выстрел от этого ИС-3, но произошел, похоже, рикошет. Human Energy все-таки добивается своего, он добирает этого Е-75. Ну и дальше неплохо было бы уничтожить этого ИС-3. Но пока что он не светится, и Human Energy начинает разбирать ИС-4. Кумулятивные снаряды очень хорошо помогают с вражеским советским тяжелым танком. Без проблем удается его пробить в корпус. Еще один выстрел от ИС-3. Ну что ж такое, я вообще не понимаю, почему ИС-3 не может уже в какой раз Е5 в борт пробить. Неужели у него даже борта залатали, что он теперь вообще непробиваемый? Ну и очень довольно-таки стремительно игрок разбирает ИС-4, хп его тают на глазах. ДПМ Е5 никуда не делся, он по-прежнему позволяет отлично разбирать противника, если есть такая возможность постоянно по нему стрелять. ИС-4 выглядит тут совершенно беспомощным, стреляет он в гуслю голдой и не наносит абсолютно никакого урона. Непонятно, куда делся этот ИС-3. Наверное, совсем от бессилия он даже не делает попыток пробить Е5 в борта. Ну и игрок едет за MXDC. В принципе, с ним проблем не должно возникнуть. Это картонный абсолютно танк. И Human Energy его добирает. Ну и теперь нужно найти ИС-3. Проблема заключается в том, что остался всего один кумулятивный снаряд, а союзник на ИС-3, как вы можете видеть, шотный. И если он сейчас сольется, то по сути уже никак невозможно будет выиграть в этом бою. Затаранить не удастся никак. Игрок результативно наносит урон ИС-3 последним снарядом. Ну и теперь дело за малым. Нужно, чтобы союзник сзади подъехал и уничтожил противника в борт. И наш герой отвлекает как только может. ИС-3 вытанковывает тут урон
В принципе, он, наверное, до конца боя мог бы так вытанковывать, если бы союзник на Истри умер. Ну и все заканчивается благополучно, это победа. Итак, вот результат этого боя. Стальная стена и воин. 10028 урона игрок нанес и 6 танков он уничтожил. 2176 опыта получил, если считать с премом. Почти 75 тысяч серебра нафармил и 6530 урона вытанковал. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.